видел танки, грады, все видел. И это, я думаю, никогда не забудется. Это очень страшно. За что, ребенок, внучка, два махонькая, две недели, она вся в тяжелом, Захарчик, глазки не открываются, весь израненный ребеночек, 2,5 года, за что? Тихо, все. Ребят, давайте думать, как вы тут убрать, и тебя вытянуть. Сейчас, зайчика, сейчас мой любимый. Поговори, поговори с ним, поговори. И сейчас ждала, хотя я говорю, бабушка, когда же ты приедешь за дверь? Вот приехала. Говорит, прижмись, бабушка, у меня синий-синий. А я приехала, прижала грудь. Фашисты так не делают, как они делают. Крепка какая-то. Какая, смотрю, его волосики шевелятся. И шапочка лежит. А у него нету ни ручки, ни ножек. Это просто было обрубок, понимаете? Это не рассказать, это надо увидеть. За что это дитё пострадало? Он что, кого-то застрелил? Он кому-то что-то сказал плохое? Он ещё в ангельском возрасте, ему 4 годика, он ангел. Ой, вот эти пузички. Хотелось бы спросить, сколько надо крови детской нашей, чтобы прекратилось.